Ущерба от саранчи пока нет. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства в стенах мажилиса парламента. Айдарбек Сапаров рассказал, какие пестициды используются для борьбы с вредителем. По словам главы Минсельхоза, другие насекомые от препарата не пострадают. Те пестициды, которые препараты покупаем, они проходят испытания обязательно, лабораторные. Есть заключение, поэтому здесь переживать не стоит. Поэтому производство в основном европейское, производство препараты, у нас 4-5 препаратов есть. В ходе правительственного часа министру также пришлось держать ответ перед депутатами по поводу проблем с глубокой переработкой. Сапаров отметил недостаточность и дороговизну сырья, а также высокую долю импорта и отсутствие высокотехнологичных производств. По поручению президента ведомство разработало комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции до 2028 года. Его внесли в правительство для утверждения. Документ предусматривает новые меры поддержки и открытие новых рынков сбыта. В целом, в рамках комплексного плана на развитие переработки сельхозпродукции в течение 5 лет планируется направить более 372 миллиардов тенге, в том числе на инвестиционные цели 150 миллиардов и на оборотные цели 222 миллиарда тенге. Реализация плана придаст хороший импульс развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, позволит увеличить валовое производство переработанной продукции в 1,4 раза и также повысить долю переработки сельхозпродукции АПК.